Ну вот великолепная исповедь артиста так называемого легкого жанра. Нам вот говорят, что они все на самом деле романтики с трагическим мироощущением, эти шуты или так называемые шуты, а мы не верим. Вот оно, правда оказывается. На самом деле все будет хорошо. Вы уже поняли, кто в чьих объятиях найдет свое счастье. Хотелось бы только уточнить, что герцог Орсино, закончив все свои многочисленные творческие работы в разных видах изобразительных или визуальных искусств, и скульптурные, и графические, и живописные, он таким образом свою страсть к графине Оливии исчерпает. И это к лучшему, потому что он наконец обратит внимание на того человека, который находится непосредственно в двух шагах от него. На Виолу, просто ему придется научиться называть ее истинным именем, после того, как она снимет этот маскировочный берет. Вот, собственно, финал, к которому мы вместе подошли. Он называется «Веселый карнавал». Александра Гришкина, Юрий Ростоцкий, Геннадий Сухарев, Владимир Поляков, Олеся Димакова и Анна Закусова. Вперед! Команда солистов и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Игоря Разумовского.
Возвращайтесь, господа, возвращайтесь. Потому что мы должны поприветствовать автора «12-й ночи» композитора Ирину Кайнову.